Здравствуйте, друзья, меня зовут Brain First, и вот это вот имена разработчиков, которые делали игру, вы их уже видели, поэтому я пропущу. Мы продолжаем играть Silent Hill Downpour, дамы и господа, и в прошлый раз мы закончили вроде бы в какой-то библиотеке или что-то в этом роде. Да-да, там какая-то баба постоянно кричит искрометно прям. Не знаю, правда, что это за баба такая, потому что ни одной бабы, помимо полицейской, в игре мы не видели. Ладно, сейчас есть секундочку буквально еще. Зашторю окна, чтобы мне тут солнце в глаза не долбилось. Ну вот, теперь стало гораздо лучше, и у нас загрузка очень долгая. Один из минусов, наверное, игры — это вот такие вот, скажем так, продолжительные довольно-таки загрузочки. Птицы сегодня не шумят, так что... Ну, ребят, я ничего не могу сделать с птицами. Они шумят. Они... When you lose someone you love. А, я смотрел эту картину. Очень она похожа на... врачиху из... первой части... Так, я здесь был вообще? Какие-то костюмы. Так, секунду. Что здесь? Я могу вызвать лифт? Ха, видимо, нет электрического или что-то в этом роде. Так, ладно. Что здесь? Есть очередной сейф, которому я не знаю кода и, разумеется, пройти не смогу. Хорошо, хорошо. Как скажете. Видимо, нужно каким-то секретным способом узнавать, что, куда, зачем. Так, тут мы были или нет? Я просто... Скорее всего, нет. О! Что это? О, боже! Что это? Это какая-то тень! Я не вижу... А, вот она. Какая-то тень просто. А, там еще одна, вау. Сейчас обе отгребете. Ай-яй. Секунду, секунду. Блин. Охренеть просто. Что это было? Видимо, какой-то новый тип монстров. Так. Что, мы убиты? У нас сколько там хп? 56? Ладно. Еще можно жить, по сути. Что здесь? Все дело похоже на какой-то один большой лабиринт. Прошу прощения, мне нужна карта. Так. Интересно, интересно. Так. Главное, айтемы бы никакие не пропустить. Было бы просто замечательно, если бы я ничего не пропустил. Что там можно сделать? О! Dangerous Beauty. Пугающая красота или что-то в этом роде. Примерно с такой же тварью мы только что бились, мне кажется. Так, теперь мы где? Ага, мы тут в каком-то зале. И тут только одна кнопка. Что там? А, тут нужен тоже ключ-карточка. Ладно, будем знать это. Один большой какой-то зал. Жутковато. Так. Что там?
Демон Самаэль, да, это Самаэль с первой части. Защитник, если не ошибаюсь, Богоматери. По-моему, это он. Самый, который защищал Хизер, не давал ей умереть. Всю третью часть. Приятно, приятно, что ребята помнят. Знают, любят, чтят. Так, нам не нужно. Так, я заберу, что здесь. Чего нет. Топорик уже у меня тут потихонечку умирает. Так, глянем карту. Ага, я еще пропустил 104-й кабинет. Сначала посмотрим, что здесь. Devil's Pit Stop. Мы тут были, по-моему, да? Нет? Какое-то знакомое место очень. Да, это стоянка же около Devil's Peak или как-то так. Там чувак спит, что ли? Надо его разбудить. А, нет, он не спит. Он просто умер. Вау, пистолет! Пистолет! Да! 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 О, боже, да! Спасибо! Так. Стало легче. Я даже забыл, как его доставать по-быстрому. Вот так вот. Ага. Конец-то пистолет, о боже. Я так тебя люблю. В этот раз я тебя не потеряю, дружище. Так, ID-карт. Отлично, ID-карт. ID-карт, ID-карт, ID-карт. Это я люблю. Но нужно сначала обыскать и другие помещения. Чувак что-то заснул, пролил томатный сок. Ну, как-то вообще неаккуратно. Неаккуратно, конечно. Как свинья себя ведет. Так, мы еще тут не все эти обыскали. Кстати, говорят, что там был не майор, а мэр. А вот на той пикче, которую я раньше рассматривал до этого. А говорят, что там был... Так, тут кто-то есть. Говорят, что там был мэр, но мы, насколько мы помним... Насколько мы помним, мэр Silent Hill повесился просто. Так. О, отлично, отлично, птичка, то, что я люблю. Блин, где-то ходит монстр, радио на него реагирует, но я не могу понять, где. Что тут? Trust yourself, Mer. You know more than you think you do. О, что? То есть то, что зеркало дергается, так надо или это баг? Хрен знает. Ладно, уйдем отсюда. Слышь, что тут? Нет, где-то монстр. Так. Ага, идем сюда сначала, да. Pistol Bullets, то, что мне нужно. Надеюсь, пистолет у нас не заберут. Просто я боюсь, что может быть какой-нибудь, знаете, босс такой неприятненький. Так, который может нам сделать очень-очень больно. Вау, тут так темно. Тут лампа. Ничего интересного. Там кто-то дышит, но это не интересно мне. Кто там дышит? Так, это лифт.
А, мы сейчас вернемся в главный зал. Ага. О боже. Ты отгребешь сейчас, я тебе отвечаю. Где ты там? Ну-ка, если я буду стрелять вот в эту куклу? Да блин. Да блин. Не могу прицелиться. Не могу выстрелить даже. Да блин, почему я не могу... А, может быть, R1 выстрел? Как стрелять-то, боже. А, может быть, квадратом стрелять? Не знаю. Нет, квадратом ударять. Так, нужен мой топор обратно. А вот, они видны в ультрафиолете, я понял. Блять, она меня... Ой, прошу прощения, она меня сейчас убьет. А, оно меня убило, отлично. Блин, сейвпоинт был хрен знает где сейчас. Почему я не могу выстрелить? Какая кнопка? По-моему, была всегда R2. Я так понял. По-моему, на мануале так было написано, если не ошибаюсь. Но я не смог сейчас выстрелить по непонятной вообще причине. И я так понял, этих кукол нужно убить тем, что типа нужно убивать вот эту вот стоящую куклу. Они другие. Ладно, посмотрим. Вполне возможно, что сейвпоинт был после этой... после карточки. После того, как мы взяли карточку. Я очень надеюсь на это. По крайней мере. Ага, сейчас. Сейчас. Тут нам придется полностью все пробегать. Очень большая проблема с хранениями. Если вас убили, то нужно делать все заново. Ну ладно. Да, пипец. Ну ладно. То я примерно знаю сейчас, куда идти. И мы сейчас туда и пойдем сразу же. Да ты, отвали. Да отвали. Да, с этими сражаться гораздо легче. Главное, я понял, как их убивать, и на остальное мне плевать, по сути. Так, тут, если не ошибаюсь, ничего нету. Нужно просто пройти. Прошу прощения, ребят, за то, что я вот так вот умер. Глупо совершенно, но я играю первый раз, так что, наверное, допустимо это. Как мне кажется. Так, тут нужна карточка. Это мы пометим сейчас на карте. Карточку опять же заберем сейчас. Так, вот он, пистолетик наш сладенький. Сейчас. Так. Так, это забрали. Уходим отсюда. В этой комнате ничего нет. Ну, тут получается гораздо быстрее, потому что я уже знаю, что где расположено примерно. Тут был спидстоп. Ничего нету. Была аптечка в туалете. Сейчас мы ее заберем. Trust yourself, Mark. Oh. You know more than you think you do. Ты чувак в окне появился? Странно. Так. В
Видимо, какой-то офицер, может быть, его отец или что-нибудь в этом роде. Такое вполне возможно. Так, где тут дверь? А, да. Так, а тут что? Тут сломанная дверь. Ага. Хорошо. Но главное, я понял, как убивать этих кукол. Нужно мочить всегда главную. Видимо, эти твари не бесконечны. Я вообще хотел посмотреть, как пистолет стреляет. Я думаю... Да, все правильно, R2 же. Странно, почему я в тот раз не мог выстрелить? Ладно. Так или иначе, неважно. Я буду использовать пистолет на этих напрыгающих тварях. Так. Что тут у нас? Что тут у нас? Тут мы не пройдем. С комнаты 101 можно было попасть. Проулок, который единственный мы пропустили, ага. Сейчас туда и пойдем, наверное. Откуда пришли? Почему здесь музыка такая играет? Тут какой-то айтем, что ли, лежит? Вряд ли. Все может быть. Да, хорошо, что тут есть еще зажигалка. Более, скажем так, удобнее смотреть. Так, вот где-то тут на нас, если идти, то тут есть. Или она что-то не считается за дверь. Я не могу просто поменять камеру. Возможно, туда и нельзя пройти. Ладно, в любом случае бежим к двери, которая нам нужна. А что это, записка какая-то? А, это книжка просто. Просто книжка. Книжка, книжка. Книжка, книжка. Ну, блин. Я хочу посмотреть на Самаэля. Почему мне не дают? Да, все, спасибо. Так, вот здесь мы заюзаем ключ-карту. А где она там? Вот она здесь. Ага. И посмотрим, что у нас здесь есть. Какое-то хранилище. Я понял, это загадка. Это загадка. Блин, так, сейчас. Так, я понял. Так.
Так, 3-6, это мы составили. Так, тут что? Я понял, вот это вот на самом низу должна быть. Так. Это на пересечении вот этих двух. Может быть, даже как-то вот так вот. Так. Блин. Так, а тут что? А, это я не могу передвинуть. Так. Такое ощущение, что код 85-11-36, что-то в этом роде. Так, сейчас мы решим эту загадку, она не такая сложная. Просто нужно по очереди класть. Вот это вот точно сюда, да? Все, мы определились. Теперь какая идет поверх? Ну, поверх тут идут многие, на самом деле. Это под самый низ идет. Так, это, наверное, не нужно. Что-то вот типа вот такого, может быть. Очень похоже, но сомневаюсь очень сильно, опять же. Скорее всего, это неправильно. Ну вот, я не могу середину составить. Так. Если эту перевернуть как-то. Он толку от этого не будет особого. Так. Так, так, так. А, я понял, вот это куда. Это, по-моему, вот сюда вот идет, да? Да, вот, она идеально сюда входит. Мы ее оставляем здесь. Сюда и последний кусочек пазла будет вот сюда. Все. 85-11-36. Хорошо. Ну, надо было немножко подумать, конечно. Так что извините, ребят, если кто там заждался. И, ну, если кто-то с этим какие-то там проблемы испытывает, там не хочет ждать или еще что-то, вы всегда же можете, ребят, просто пропустить момент, когда я разгадываю загадку, и уже перемотать на финал. Так что особо вот по этому поводу можете не париться, не беспокоиться. Так, где там была штука с кодом? Я вот, наверное, не вспомню сейчас. Ну, конечно, главный герой никогда не догадается помечать на карте нужные важные места там с какими-нибудь кодами или еще с чем-то. Зачем-то надо. Так. Нет, не сюда. Не сюда. Не сюда, не сюда, не сюда. Так, а еще какие есть? Ну, на примере хотя бы.
Блин, я помню, что я проходил вот даже в этой части, там был циферблат, который я не мог открыть. Но вот где он был, вот хоть убейте, не вспомню, наверное. А, нет, 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 нет. Так, должна быть что-то типа закрытой двери. Наверное, на карте отмечено. Блин, я точно помню, что прям сегодня даже эту дверь с циферблатом видел. Ладно, сейчас найдем. Не так уж и много помещений. Скорее всего, он где-то рядом. Так, тут туалет. Туалет, туда не надо. Ага, ага. Так, ну тут две двери, надо их посмотреть. Вау, деревья прям в окна пробились. Это как же нужно... запустить-то библиотеку эту. Ж деревья пробились в стекла. Чё за бред? Так, тут точно нет. Тут мы забрали ключ, пистолет. Тут карта была. Странно, но сегодня же видел. Какая может быть комната? Ха. Нет, это даже смешно на самом деле. А, возможно, по лестнице вверх что-нибудь есть. Тебя вроде бы и нет. Ну, посмотрим сейчас. Сбегаем вверх по лестнице и посмотрим. По-моему, ничего же нету, да? Ты не смогу пройти. Да-да-да. Это, а в этих местах точно нет. Наверное, точно вверх по лестнице нужно. Скорее всего, там. Дверь где-то. Да, вот она. Так. Какой там код? Значит, 851136. 851136. 85... 11:36. Замечательно. И что здесь у нас? Какая-то комната зелененькая. Shepherd's House. О, да ладно. Shepherd's House. Почему? Он отмечен на этой фотографии, непонятно. Я так понимаю, семья Шепардов была не очень знаменитая. Хотя отец... Отец там в какой-то этой шайке их местной был. О да, опять ты. Опять ты! Лежи немножко, отдохни, ты устала. С дороги. Так. Так, мы зайдем сюда. Давай, давай, бей меня. Ломай меня. Смотри, какие умные, уворачиваются еще. Тихо, 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 тихо. Ты буйная, что ли? Туалет меня. Все, отдохни. Да. Что там можно поднять? О! Ты еще живая, что ли? Все, отдохни. Что тут можно? Пикап, что-то.
Это какой-то телефон психолога. Или визитная карточка, или что-то в этом роде. Ну, нам она не интересна. Так, отлично. Тут мы поднялись на второй этаж. Интересно, интересно. О, save point. Да ладно. Так. Ага, это карта. Это карта. Это карта местности, да?